eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, всем привет, друзья, с вами StarLadder TV в студии Slam, и мы с вами будем смотреть сейчас матч команды Titan в матче против X-Miam Gaming, они же он ботс ныне, великолепная эстонская пятерка, которая играет в принципе великолепно, но вот пока что-то только-только на сервер не могут зайти ребята. Так, ну что ж, вот матч получается весьма интересный, и вот здесь может быть изи-катка как для титанов, так и не изи-катка для титанов, зависит все от того, сколько все-таки смогут здесь продержаться действительно эстонцы. Ну вот у них с Нюком последний раз все было хорошо, и вообще сейчас они идут 4-1-4, у них 4 победы, одна ничья, 4 поражения, и... В лиге и во вкладочке вы можете, в принципе, ознакомиться с их результатами. Занимает команда сейчас 6-ю строчку. Ну и за 9 матчей у них, соответственно, 13 очков. Разница в 6 раундов плюс. Это уже говорит о том, что команда для первого сезона в рейтинге Star держится пока что ровно. Ну, про титанов говорить, по-моему, особо сильно не надо. У них 6-1-1. И это на самом деле весело. Одна ничья, одно поражение. И, в общем-то, больше про их игру пока сказать нечего. Но это уже команда из, знаете, верхней восьмерки. И именно верхняя восьмерка... Вот там есть конкуренты, да. В других пока что раскладах их нету. И мне вот тут что-то... Ого, тут написали на Хелтворге такую штуку. Призывают панду просто на форуме Хелтворга. Интересно. Так, ну вот просто мне NBK уже в скайпе пишет, что пора бы начинать, но пока что нету Майамов. Но они вот-вот зайдут на сервер, я уже на сервере. Так, ну и последние матчи команды Майам, это уверенная победа на Дейсос на карте The Train со счетом 16-6, поражение Na'Vi, 16-14, убийство Mao Sports, опять-таки в рамках, если я не ошибаюсь, StarLadder. Да-да-да, это тот самый нюк, когда Mao Sports просто взяли и все, это было смешно. Ну, перед Катовицей можно было слить. Поражение от Мим и 15-15 с киками тоже сыграли на Инферно, вот она их ничья. Ну и у Титанов из последних матчей можно выделить DDoS 2, который они отняли у Кик буквально вчера. Мы эту встречу с вами не смотрели, но счет был 16-3, и мы смотрели другой матч команды Na'Vi, например, да. Virtus.pro 2-0 обыграли на Frogbite Masters, мы это видели прекрасно. Камбэк, вот. Мне тут ходят языки, показывают. LDLC 2-1. Опять-таки, это все, по-моему, Frogbite Masters. Да-да-да, его мы тоже смотрели. Ну и победа на кэше над Fnatic 16-6. Вообще полное насилие было. Но это был Frogbite. На StarLadder все может быть иначе. И любая команда на StarLadder может удивить. Что ж, мы в ожидании сайт пика. Команда уже вроде бы в полном составе находится на сервере. Да. Да, и ждем сайт пика. Какой он будет, пока не ясно. Но французам, по-моему, вообще без разницы здесь, за кого начинать, где начинать. Самое главное, чтобы команда... Так, Slam Glor Na'Vi мне тут пишут. Ну да, футболка Natus Vincer, но это ничего не значит. Это просто удобная, офигенная футболка. Что на ней написано, абсолютно неважно. На ней может быть написано, я не знаю, слово из трех букв, слово из четырех букв. Может быть, два слова из трех букв, а может быть, там будет фотография твоей девушки, молодой человек, который тут решил меня... Пошутить решил, который решил пошутить. Так что... Так, Слэм, позови Марика комментить. Да, к Маркелову там друзья пришли, и он сейчас с другом занят. Они что-то делают, я не знаю, но попозже я к ним уже присоединюсь после трансляции. На их вот эти вот дела. Так, а так бы я только за, конечно, да. Так, Слэм, у тебя микрофон белый. Да? Нет, он не белый, ты лжешь мне. Друзья, как звуки? Вот в чате на Twitch TV напишите, пожалуйста, что со звуками игры, как они. У нас уже сайт-пик, ну, я жду. И... Ох, матч рестартинг, все, ножи. Побежали первые арморы, декои, много декоев. Составы команд, друзья, на начало матча. И вот экс-команда Майам представлена сегодня под тегом Unbots. Нугай, Верес, Дотс,
Хеликс и Четти, Титаны, это Existence, Смит, Шокс, NBK, Скрим. В принципе, легендарная французская пятерка. И она сегодня будет не менее легендарной. Изи катать, скорее всего. Не забываем писать мне в Twitter SL4MTV. Там весь фидбэк с вами. Привет. И самое главное, не стесняйтесь. Ну что ж, начинаем. Начинается заруба на ножах, и команда Титан просто берет и терпит сейчас. По жести просто. Эстонские ножи были крайне агрессивные, крайне жестокие. Вообще, если вы заметили, команда Титан просто легла вся вот за мейном. Они даже что-то не пошли на красный, а все решили зайти вот в этот угол и сдохнуть здесь. Какое же все-таки проявление тимплея у Титанов даже в том раунде, когда они уступают. Так. Норм звук, спасибо большое. Что прочекали. Главное, чтобы вам было слышно, мне было слышно, и вы меня слышали, я вас видел. Все круто, погнали, давайте, лайф уже. Я уже просто соскучился по КСу, прямо. Прям вот за 12 часов прям скучаю, как я не знаю. Ладно, давайте смотреть, что ж, первый раунд и... Опа, опа, вы видите, что он бот просто остаются за атаку. Я сначала подумал, что может это какой-то неправильный поворот событий, но тут все, по-моему, более-менее правильно. И смотрите, он бот заходит, мейн 3, игра с плентом, Четти ставит по Смитсу. И здесь должны на самом деле выигрывать эту перестрелку уже в любом случае. Только вот что-то Натана Смита не заметили. Ну, со второй попытки снесли его Берлинтом. Пока скрим должны были говорить, сейчас Геликс. Так, будка, Дотс выходит на скрима, стреляется. Ну, еле-еле дотыкали скрима. Тут еще нервишки, конечно, потрепал. Но, тем не менее, первый пистолетный за эстонской командой. И мы их с этим поздравляем. По пингу вот 63 Геликс, у французов 31, 31, 21, 31, 31. У Шокса, кстати, пинг ниже, чем у остальной команды. А он же ведь где-то находится на отдыхе сейчас. Наверное, в каком-нибудь борделе с интернетом. 100 мегабит. Что мне за мысли в голову лезут, извините. Больше так не буду. Ну просто он так лагал весь фрагбайт, и вот сегодня у него 21. Хотя мы ожидали увидеть 60. Так, Existence тут, по-моему, сейчас пытает удачу. Французы покупают вторые арморы. Шок, Скрим, NBK. Основное звено. Existence, Смитс, естественно, на мясе. И Скрим готов сейчас зайти и попытаться потягаться. Так, первый, второй армор ушел. Скрима тоже набрили. Отлично, Дотс. Но тут надо выиграть. Ну, убей его уже, пожалуйста. Прострелил, красава. А вот этого персонажа здесь заметить было, конечно, тяжело. Так, ну тут с префайром уже его можно будет добивать. NBK. Ну, NBK красавчик, он просто так дохнуть не будет. Сейчас будет сейвить свой второй армор, понимает то, что там АКМ, и поэтому один АКМ, если захочет получить, обязательно получит. Так, Майам берет пистолетку за атаку у Титанов на нюке. И такая аватарка Каспера. Ну да, да, вот они пошли смешные. Да нет, эстонцы на самом деле такая, знаете, мне они показались весьма плановой командой за матчи, которые я видел. Ну, то есть, это значит, в моем понимании, что по своему плану они, если получается, могут вообще обыгрывать кого угодно. Вот у них получается играть нюк, да, они на нем играют сейчас с Титанами, они возьмут свои, там, не знаю, 6 за атаку, да, возьмут за защиту пистолет и будет 9-9, если захотят, да. И все может получиться, опять-таки. Это Star Ladder, здесь может быть все что угодно. Вот, например, в Доте, если с Дотой сравнить, да, в Доте тоже какие-нибудь 3-2-2-шники берут, обыгрывают топовую команду, и потом начинается шумиха-расшумиха. Ну, тут, конечно, с КСом вряд ли такое мы увидим. Особенно команда Титан уж точно свои очки отдавать не хочет. У них лан-финал еще впереди. У команды HellRaiser, кстати, в какой-то из ней... Так, сейчас, секунду. В какой-то из ней будет прям целых 3 матча, и все они с французами. Вот это весело. Ну, я надеюсь, что 3 подряд с французами. Сегодня мне Дося об этом рассказал. Я вот как-то сейчас не слежу активно за расписанием. Ну и на третьем раунде, в общем, Титаны психанули. Купили дробовики, пистолеты, смотрите, закрыли 0. Бомба лежит, все на доске. Ну, газ, Четти остаются вдвоем. Так, ну Ганна игрался на улице, и Четти последний. Ну, я не знаю, что здесь можно вот так вот, наверное, сделать. И... Вау, 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 вау. Ну, Четти будет сейчас играть как Форест в 1.6, но как бы 24 хп. Обидно, конечно, второй армор терять, 91 все-таки процент остается от него. Но, тем не менее, придется, по-моему, ему пойти сейчас и сдохнуть. Крутое ПК. И вот под себя бы гранату, чтобы нам хоть... Ну, короче, с юмором будет игра. Я так подозреваю, что это... Не первая случайность. И французы будут сейчас
полностью по своей инициативе пытаться. Ну, будет попытка навязать свою игру, скорее всего, даже успешная. Так, пока что чекаю Twitch. Друзья, вы можете также заходить в группу в Стиме SL4MTV, KSSLTV, писать там в чате, заходить туда в чат, у нас там есть общение. Давайте я, наверное, тоже зайду, пока у нас непонятно, что с раундом происходит. Так, где же там группа-то? Да, 5 человек в чате. Чат со слэмом только здесь. Так, ну это раунд от эстонской команды. Абсолютно долго не церемонились, решили просто пробежаться по улице и приступить к девайсному. Ну, первая половина, все еще качели, так что... 1 апреля никому не верю. Так, кто к нам зашел? Это ж моя группа, чувак. Как я могу не зайти в нее? Так, тут у меня капитан соло сидит, играет. Это Тафа, на самом деле, он там что-то делает, я не знаю. Шпилил, что-то там было 8-0, но, походу, не в его пользу, поэтому потеет, учится играть. Все, ну, все, вы в чат залетели, общайтесь, я пока комментирую немного. Выход на аплайн, быстро, это онлайн-бот, Шокси просто, ну, все, ГГ, наигрались. Тут фейс вообще не знает, куда смотреть, налево, направо, вверх, тут все в дыму, бомба упала. Парни, где вы? 3-2, эстонцы, проснитесь. Эстонцам нужно просто проснуться уже наконец-то. Пора, по-моему. Пора парням брать руки в ноги или ноги в руки и давить. Но пока эко. Еще один эко. Неприятно, конечно, начинают парни из Эстонии. Вот, к сожалению, вроде у них, их Майам вроде бы кикнули за то, что они неорганизованные и антидисциплинированные, судя там из заявления. Ну, то есть выводы такие делаются именно. Так, ну что там, танцы от NBK, снесли Экзистенса, можно, в принципе, догонять Смита, но не стали этого делать. Вот потерянными выглядят онлайн-ботс, на самом-то деле они выбили всего одного, и Нуга, ой-ой-ой-ой-ой. Сладкая Нуга, молочные реки, все такое, и Нуга последний. У него зато пистолет статтрековский, чешечка такая. Оп-оп-оп, Смитс там. Ну, Смитс играет пока в проныры, уходит на восьмерку из девятки, естественно. Нахрен этот маяк ему не нужен. НБК поджимает в спину. Нуга может сейчас на самом деле одного из них убить. Но что-то НБК вообще не хочет так умирать прям так. Ой-ой-ой, чешку себе получил. Красава. 4-2. Титаны впереди. Ну что ж, вот насколько хватит эстонской команды, я пока не знаю. Но все идет, по-моему, к тому, что... Совершенно спокойно и уверенно действуют ребята из Франции. И шансов остается меньше и меньше. Так, следующий матч у нас сегодня по расписанию. Сразу напомню, друзья, это Кик против Мим. Потом смотрим Meet Your Makers против Куражей. И на десерт нас с вами ожидает Na'Vi против Alternate Attacks. Это, собственно говоря, интересная заруба. Но вот команда Meet Your Makers, сразу скажу, теперь она именуется по-другому. Контракты закончились, и организация решила не продлевать их с нынешней пятеркой из Польши во главе с Мариусом Цибульским, он же Лурд. Вот, на самом деле, очень, знаете, вежливый чувак. Зашел в скайп, написал, поздравил с днем рождения. Красавчик. Остальные отморозились. Нуга, минус длинный, отлично. Закрыли Попилона. Будут развивать, наверное, свои действия вдвоем на длинный. Ну вот еще один минус, и можно выходить на скрим. Минусует Смитса. Твою налево. НБК не принимает рам с первого раза. И 3 в 1 дают размен онлайн-ботс. Ну вот все четко. Подмастил здесь жестко скрим. И остается один на закрытом пленте. Именно туда идут сейчас игроки атаки. И тут бомба уже ставится. Скрим это дело знает. Понимает. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, уходит от флешки. Вау, флешка какая. Флешка-переплешка. И... Ну, тут пытается, конечно, скрим сейчас взять на понт. Но, по-моему, у него не останется здесь выбора, как просто тупо бежать аркадить. Ну и все, да, он тут уже понимает, что один в туннеле. Ну, если один в вентиле, один в длинном, тут уже не взять просто. Ни при каких обстоятельствах. Такое вряд ли кто отдаст. И он вот берут свой раунд 4-3. Конечно, по разменам криво получилось. Все во многом благодаря ошибке французской команде. Но еще пара таких ошибок, и мы будем сейчас сидеть здесь с флагом Эстонии, петь песни и болеть за них во второй половине. Так как если в первой сыграют удовлетворительно, то все будет ой как хорошо.
Так, Слэм, ты вчера говорил, что Кеннис хотел в Титана, а то его не взяли. Так, вместо Кеннис хотел вступить. Чего ты там Аспиринка написала? Кеннис играл за команду Титана. Она тогда называлась Very Games. Просто они заменили состав два раза и подобрали максимально оптимально. Вот насколько мне известно, Шокси никогда не любил играть с Экзистенсом. Но тут, понимаете, ради будущего команды, ради желания выигрывать титулы, парень просто забил на свои предрассудки и спокойно согласился участвовать. Вот, а Кеннис уже был изначально в составе Very Games, но с чем связан его кик, я не знаю. 4 в 4, размен улицы, выход рам, пытаются дублировать свой раунд онлайн-ботс, но не получается на этот раз сыграть с NBK. Хотя, вау, Геликс на реакцию прописывает Экзистенсу, но тут надо тащить. Тут надо тащить. Что скажет Шокс? Что скажет Шокс и Скрим? Один кричит, второй стреляет. И оба попадают. Минус дот, 100 хиповый. Как так? Шокси. Ого. Ну и, в общем-то, на ноль обратно разворачиваются онлайн-боссы. Уходят очень зря. Вместо того, чтобы сыграть втроем на закрытые, они идут... Ну, они просто вот какой-то у них тактический тупик. Я не знаю, ситуация вроде бы банальная, понятная. Ясно, что втроем открыться вниз или уйти на маяк, разыграть было бы очень клево. И там Геликса на мясо выпустить. Ну, по-моему, сейчас тут Скрим просто соберет. Ну, первый пошел, Скрим ждет маяк, понимает, что, скорее всего, там. Но видит второго в будке, и это хедшот. В общем, он бот. Сами себе сейчас приключения на жопу словили, но испугались. Ну, это называется обосрались, испугались и не пошли. Одного убили, и они просто не пошли в Берлин Тома. Да, стрельба жесткая, но выбора-то не было. Либо выходить в Шокси, либо в Скрима. И из двух зол выбирают наименьшее, а как выбрать здесь наименьшее, когда... Тут просто один хуже другого. Один попадает, второй попадает. А и Б закрыто. Ну вот испугались и пошли обратно в ноль. Их съели, тупо съели. Ну как так, ребята? Ладно, тем не менее, три раунда есть. Будем надеяться, что будет еще больше. NBK тем временем понимает, что не будет. Так, вот это вышел Чети. Я на А, никого тут нету. Так, NBK. Ну и где там Дотс у нас прячется? Вот он. Ну, NBK, короче, минус 4 и просто... Почти эйс, почти эйс. 6-3, 3 раунда разницы, Титан впереди, у них все хорошо, все сладко. По-моему, они полностью чувствуют своих соперников, в отличие от их соперников, которые пока что пытаются прийти в чувство. Бедолаги из Эстонии. Так, ну и матч продолжается. В каком ключе будут развиваться события на оставшиеся 5-6 раундов, пока непонятно, но видим то, что эстонцы меняют стиль игры и подход к команде Титан. Стараются сыграть медь на улицу, два проходит, один прикрывается скалы. Давайте, наверное, смотреть именно за Чети. Ну вот, французы тоже не оперируют по улице, никто не занимает ангар. Со скидкой смока Чети. Втыкает, выпад. Выход на точку, Чети. Оп, Скрим ловит. Геликс. Ну вот сейчас хорошо разменялись, но тут быстрая хелпа у французов. И посмотрите, с девяткой просто уже не справятся. Но вот очень хороший размен. Вначале красиво зашли мейн плюс будку, но вот из-за того, что, не знаю, не понимают скоростей французской команды, продолжили туда выходить вместо того, чтобы захолдиться. Но там уже просто 4 человека, и ничего с этим не сделать. Тяжело, тяжело, конечно, сейчас эстонцам очень. Ну, будут пробовать в другой раз что-то другое. Но по улице зайти получилось, это самое главное. Есть куда стремиться, есть куда развиваться. Смотрим на Нугу, и он пытается сейчас показать нам прыжок капитана сорви головы. И вот запрыгнул, что ли? Да, ого, вот это да. Автодиректор самый интересный убрал. Ну, посмотрите. Ну, да, минус Шокс, унижай Попилана. Короче, когда кто-то будет из эстонцев убивать Шокса в голову с пистолета или самым кривым образом, будет воу-воу-воу-воу-воу, вот это испугался Смитс, увидел только дуло и сразу, жесть. Ну, что, эстонцы будут пробовать. Так, Геликс минус NBK, вообще отлично, рам закрыли французы вдвоем на... Ну, вот такой вот группировкой в паре делают десант в туннеле и надеемся на Геликса сейчас. Он может здесь потащить, и есть флешка. Ну вот, красиво играют французы, тем не менее, очень четко, командно, и против одной флешки, как видим, ничего эстонские парни не смогли сделать. Тут с двух сторон, с одной дым, с другой молотов пытается выйти Нуга, но уже все предрешено. Смитс прикрывает, дефузит бомбу Скрим, и Титаны берут восьмой раунд, 8-3. Все-таки на классе Титан пока что переигрывает, даже в меньшинстве. Он бот, какой бы расклад ни происходил, но из тупиковых моментов...
выбираются. Ну вот, например, если бы вместо онлайн-ботс была команда НИП или команда Нави или команда Ашер, они бы такое 3-2, думаете, отдали? Я тоже думаю, что нет. Поэтому нехватка опыта здесь, как бы, в игре против, скорее всего, конкретно французов у эстонцев присутствует. Понеслась. Атака улица, атака рампа одновременно. Геликс дает хорошую гранату, но позднюю. Толку от нее нету. И что будут делать сейчас эстонцы, неясно. Перестройка. Перестройка на рампы. Ну и очень зря даже. О, экзистенс. О, Чети с тимкиллом. Ну что ж за жесть, парни. Где флешки? Где парный выход? МБК подрезает еще и додза просто красиво с чешки, при том, что штрафейная это 9-3. Где же флешки у этих парней? Почему выходят на рамп и не чекают право? Где? Вот я понимаю, право можно не чекать, если вы кидаете флешку. Или вы кидаете две флешки, или хотя бы одну дальнюю. Можете вообще ничего не чекать, просто выходить сразу зажимать за ящик. Потому что там по-любому будет какой-нибудь НБК сидеть. Но здесь тупо просто не чекнули, а потом еще и вдвоем посмотрели. С тимкиллом закончилось все это дело. Ну, неприятности онлайн-ботс просто феерические. Так, кривая флеш улица, но тем не менее раскидали. С горем пополам Смитс на АВП. Давайте смотреть, будет ли это дело приниматься. Нет, Смитс игнорирует улицу полностью, просто отходит ее, отдает и уже будет, наверное, врубаться либо НБК, либо тот, кто в длинном, скрим, либо Шокс. Шокс, Шокс все-таки, да, прошел длинный, не скрим. Французы тоже, кстати, меняют позиции. И очень четкий смог сейчас был от Шокса. Смотрите, и тупо все встали. Все. Какашка лезет просто еще та. Из пятой точки у этих ребят. Ну серьезно, ну смелее, парни, Геликс убил. Тут только шок стоит. Да вдвоем его куда по одному идут опять. Вот сейчас Чети получит в лоб. Ну что за жесть. Что за жесть. Тем не менее, 4 в 2 размен. На Шоксе это еще ничего не заканчивается. Смитс пытается фаст зумить, не получается. И капитан последний, 1 в 4 сыграли. Сыграли, но Шокс просто держал под напряжением всю команду из Эстонии. Капитан прической сегодня, по-моему, решил клатч сделать. Пошла еще одна флешка. Все, один. Ну га! Ай-яй-яй! Последний уходит, а бомба. Бомба где? Бомба ставится. На, и посмотрите, посмотрите, что делает Экзистенс. Он слышит, хотел прострелить. Хотел прострелить, в итоге лезет. Его дергают, и Геликс будет сейчас играть в дискотеку с Экзистенсом. Падает за ним, забирает по своей инициативе. Красавчик, но Экзистенс, грубо говоря, только что убил практически всю команду он бот, и они даже бомбу снизу не смогли поставить. Вот такое вот напряжение от титанов создается в каждом раунде. Дальше будет только хуже, поэтому свою игру навязать вряд ли он ботом получится. Но 4 раунда взяли. Комфортный счет очень-очень рядом. И может быть даже 6. 6 было бы неплохо для эстонцев. Ой, как неплохо. При том, что это их хорошая, это их как бы играбельная карта. Они уже выигрывали на ней, и это факт. Факт просто в том, что нужно свое как бы надо защищать. И эстонской команде сейчас это необходимо. Вот если, например, спорить про Best of 3 и Best of 1, да, то в BO3, конечно, сопротивлений онбот бы вряд ли что-то показали. Но если, например, сравнивать, ну, смотреть на BO1, то онбот... Шанс есть против любого топа, какой бы он ни был. Может, там будет Фрайберг с командой НИП играть Буки в следующий раз. Экзистенс. Вот когда такое происходит, это уже не смешно. НБК, видите, скучно. Всего лишь двоих убил. Достал нож, порезал все, что было рядом. Ну и нет денег теперь у эстонцев. Что делать на последний раунд? Правильно, берем галилы, берем диглы по 250 и все прочее, и пробуем потащить. Дотс, первый спаун, но вряд ли это будет чем-то важным в этом раунде. Мне интересно, что сейчас, Геликс улица, нуга. Антирашевый молотов. Лэнд, отлично, скрима забирают, Шокс, минус, надо выходить. Шокс пытается держать оборону, но все-таки отдает позицию на лохах. Приходит Смитс, ВП, девятка. Минус один, минус два от Смитса. Потрясающая наводка и быстрый зум.
Третий минус от Смитса будет. Да, будет. Добивает попу Фейста. Падает бомба. Остается Геликс. И это игра под маяком. Ну вот сейчас он должен просто туда залезть и надрать. Но не-не-не-не-не-не. Прострелил он Бике. Все, осталось только Смитса убить. Туда залетают гранаты уже. Тупо с плента. И Геликс 2 в 1. Но бомба лежит на скрипе. И вряд ли ее будут давать. Капитан... Капитан... Капитан Головай вышел и... Что за жесть? Ну не везет. Не везет просто парням из Эстонии здесь. Ну никак. Мы же за них тут прям переживаем, а они... Эх, ну... Одним поражением меньше больше. В любом случае, команда из Эстонии, скорее всего, останется в этом сезоне в Старсерии. Я не думаю, что это та команда, которая будет покидать этот турнир. По одной простой причине, все-таки... Они играют, и это видно, и играют хорошо. Да и слот, знаете ли, на Старсерию это такая штука. Заполучить его каждая команда хочет. Но если не каждая, то хотя бы... Хотя бы, не знаю, каждая вторая. Но рейтинговая система, по-моему, StarLadder пока... Пока идеальная. Так, ну вот... Так, читаем новости последние. Не приплейся с Фифларен. Ну, короче, cool story, bro, тут с 1 апреля. А, кстати, чуть не забыл, друзья. Вот через несколько дней, вот в апреле где-то, наверное, в эту субботу, наверное, даже, если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю, сверю. Да, в эту субботу, друзья, с 3 часов дня до 6 часов вечера я буду комментировать на... Канал BySL4M. Весьма интересное мероприятие. Мне тут мой коллега Кночен, кто не знает, это Матиас Реймерт, комментатор на немецком языке ESL, ну, Бундеслиги и вообще комментатор всех кавериджей, которые они делают для немецкой публики. Так, тем временем идет изнасилование французами эстонской команды. Вернее, донасилование, наверное, можно сказать. Вот так вот. Ну и, в общем-то, этот коллега предложил нам провести чемпионат, который... в этом чемпионате, друзья, не примет участие ни один профессиональный игрок, ни одна профессиональная команда, ни один профессиональный профессионал. И профессионалы будут, наверное, комментировать. Играть на этом турнире будут, вы не поверите, кто. Это будут боты. Это будут просто боты. И я буду болеть за свою команду ботов Team Здоров. Мы ее назвали. Подробности я чуть позже скину. Ну и будем болеть. Я, наверное, кого-то в субботу там на 3 часика приведу к нам посидеть, поразвлекаться. Может, кто-то будет из Ашер, может, кто-то из другой команды, может, рандомный зритель позвонит нам. Ну, короче, будет весело, и мы это дело все запишем, зальем, соответственно, на YouTube, и я думаю, вам понравится то, что мы там решили сделать к ночью. Ну, короче, в последний раз в том году, тоже в апреле где-то, Кночен уже проводил этот чемпионат ботов, и тогда русская бот-команда выиграла что-то. Да, боты, в этом прикол, да, уже было, да, и мы будем делать второй раз. Но это в честь Дня Идиота, или Дня Дурака, или 1 апреля просто. Вот, знаете, сегодня зашел на CSGO StarLadder TV, ждал, что наша великолепная, красивая, невероятная, лучшая, просто самая, в общем, все... Влада напишет какую-то новость смешную, где все поймут, что это 1 апреля. Так она вместо того, чтобы всех насмешить, сделала так, что я аж заплакал. Вот так. Поэтому турнир ботов будет, наверное, как бальзам на душу мне в субботу покомментить. Это ж надо глупее. Ну и прикол в том, то, что будет приниматься, друзья, от вас донат. Я вам буду в эфире звонить, спрашивать. Общаться, все такое. И... Ну, все это в субботу. А пока StarLadder, где 14-4, титаны просто жарят и хотят как можно быстрее пойти гулять. Так, смысл какой? Ну, это прикол. Это прикол. Вот если это кажется, что неинтересно, но на самом деле, когда ты смотришь, ты там просто угораешь, сидишь. Там какой-нибудь бот Баян будет делать минус 4. Ну или. Там столько ситуаций с этими ботами. Ну и плюс это троллинг для компании Valve. Мы это все потом в геймпаб, в геймхабе опубликуем. И Valve хоть посмеются немножко. Ладно. Геликс минус Смитс. Скрим минус Геликс. Размены 4 в 4. Шокс по улице запирающий. Все, длинный уже его боится. Трехочковый залетает. Понимает Шокс, что там стяжка. Можно сыграть на видит игрока защиты. И вау. Довел дело до конца. Фейс падает. И французы уже действуют втроем на закрытом, имея Шокса в качестве игрока поддержки. Имели Шокса в качестве игрока поддержки. Падает Шоксина. Не успевает перегруппироваться и помочь своим тиммейтам. Тем не менее, бомба стоит. Длинный занят защитой. И контрится практически все.
Ну, НБК на вилке. И в ситуации 3 в 3, я думаю, вряд ли он здесь что-то отдаст. Докидался чати флешек. Зачем-то кинул ее вверх. Экзистен забирает. Ну, 15-4. 15-4, все спокойно, все. Все предсказуемо. Так. Я поверил, говорит, на пару секунд Т4 по CSGO. Да, я тоже бы. На самом деле, до слез обидно, да. Я вот так ни одного турнира и титульного не откомментировал, который действительно. На которых действительно было интересно смотреть настолько сильно, что прямо. Ну, я скажу по секрету, друзья, есть воды, парочки матчей, которые пока еще не опубликованы на Ютубе, но я их выложу обязательно попозже. Офлайн комментирование, скажем так, буквально для себя. Чисто по фану. Мне их просто заливать нельзя было из-за там прав, короче, на весь этот расклад с контентом. Но теперь вроде как подотпустило, можно выложить, поугарать. Скрим минус фейтс. Дотс. Ну все, это ГГ. Это ГГ, и, по-моему, тут все ясно. 16-4. Такой счет французы уготовили на этой карте для своих оппонентов из великолепной страны под названием Эстония. Дотс остается последний, и это, по-моему, ГГшка. Ну, вот он еще что-то пытается здесь сделать, французы. Ну, давай. Дотс будет резать. Не, ну, если он сейчас капитана зарежет или Шокса, и я буду смеяться. А бомбы еще, смотрите, французы просто... Дотс уже забил вообще на все это дело, и... Воу! Какой просто поворот. Ну что, 16-4. Первый матч, первая карта. Далее с вами смотрим встречу команды Kick и команды Meet Your Makers. Вернее, ex-Meet Your Makers. Теперь они играют под другим тегом. Но я думаю, у Лурда и компании есть определенный взгляд на это. И они попробуют сейчас нас удивить. Напомню, что состав команды Meet — это Лурд, Мичу, Гиперминис и Нацент. И состав команды Kick на сегодняшний сезон. На сегодня и вообще на сезон StarLadder — это Fox, Mutiris, RMN, Killdreams, Temotion. Увидимся с вами после небольшого перерыва и продолжим смотреть матчи соревновательного Counter-Strike на StarLadder.